Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Продолжим наше путешествие в мир пенумбры. Я напомню, что мы застряли в мастерской. Как раз таки мы... Я не совсем так. То есть вы говорите, что я еще только зашел сюда? Надо забывать о том, что у меня на экране гораздо светлее почему-то, даже для того, что показывается у вас. Все равно пробилось, да? То есть этого не избежать. Вот там лампу забыл зажечь. Помню код, конечно же. Угу. Да, помните, здесь какая-то дырка. Два, один, четыре, восемь, восемь, четыре, один, два. Ну, почти что. Число Фибоначчи, или как это называется? Типа увеличиваем двое. 2, 1, 4, 8, 8, 4, 1, 2. Там это собака. Пошли, но внутрь.
вот тут вот не хватает. Вот эта вот менюшка, которая вылезла, она вообще не к месту. То есть интерфейс сразу же поменял свое настроение от естественно внутреннего, как это называлось, к внешнему. Так, эти лопаты использовались какое-то время. Веселья, конечно, здесь не было, но это, наверное, было ужасно. Отлично. Еще один шаг к получению этих взрывчаток без потери жизненно важных органов. Языка, например. Так, ну туда мне пока что не хочется. Посмотрим, что у нас такое. Выглядит старым. Я даже не знаю, зачем это нужно. Что у нас тут? Окей. Свет из расщелины. Расщелина, конечно, такая уродская немножко. Это должно быть кусок льда, отражающий свет. Или что-то там лайкли. Блин, не успел прочитать. Похоже, что есть дырка как минимум 3 фута над поверхностью, и весь свет отражается через лед. Угу. Все вещи, которые нужны для того, чтобы быть успешным плотником. Сразу же теряется весь этот момент движения. Старый артефакт, давайте глянем. Что-то внутри. Что там было? Что там было? Должно быть. Должно быть, это связано с тем, что здесь происходит. Если я продолжу экспериментировать, я что-то обнаружу полезное. Ну или у меня будет сердечный приступ. Отлично. Так, что-то у меня фонарики надо выключать. Сохранялка. Боже, больше паутин. Я надеюсь, что это доработало до пауков, а не наоборот. Там такая дырка, которая ни хрена не спасла бы. Да, только вид этих паутин заставляет меня немножко волноваться. Так. Фонарик делал хорош. А, нет, подожди. Как горит. Ничего тут. Мы смех и радость тут приносим людям. А вот.
электрический забор был поставлен здесь недавно. Я лучше найду другой путь. Да, это даже забавно. Другой путь, говорите? Что же вы тут предлагаете? Еще одна моя покатала эти бочки. Ох уж эти загадки, ох уж эти загадочки. А подожди, может... Можно использовать... Ящик. Вот так вот взять, так хва... Что-то в стиле Half-Life. Explosives. Отличный план. Да. Домашнее производство этих шариковых бомб. Маленькая эксплозия. Наверное, уже сдохли на данный момент. О, что это у нас такое? Динамит. Прекрасно. Пейнкиллер. Вот так вот.
ты все думаешь, что тут, блин? Он такой, о чем я думаю, господи? О чем? О том, что нужно, думаешь? Не вот это все. Пойдемте. Поползаем. Так, сверимся. Ну вот, смотрите, да? Все, а что дальше? Что вы хотите сказать, что на этом все? Мои приключения заканчиваются. Сдаваться и убиваться. Ба, пином брает. Сука, дизайн. Что здесь, но они вроде, оказывается, не здесь. А, наверное, все-таки там было.
ты, ни хрена не страшно, да? Дэм, вот те раз. Что-то там бакстрин надо. Ганпаудер. Где этот ганпаудер достать теперь? Пейнкиллер, биф джерки. Черт побери, а? Какой хер? Какой хрен?
какой-то здоровый, красивый. Походу этот аккумулятор недавно поставлен, говорит надпись. Форс подобрал пароль. Угу. Ура, у нас есть динамит. Динамит. Динамит, динамит, динамит. Все. Порох я пока еще не находил. Никак. Так. Окей. План простой. Странно, что эта тварь на взрыв не прибежала, да? Не двигается, да? Не как в темноте, а может не в темноте, хрен его знает. Нужен, да. Идеально встал, да? Только я не понимаю, где порох найти.
давайте попробуем, что там. Так. Эй. Ну, ядрит Мадрид, а. Вы что, издеваетесь, что все... Собаку сам лично убью. Вроде респавна. Теперь мне даже интересно, может я эту собаку могу убить динамитом ловко брошенным. Блин, бесит реально. Бегает тут какая-то тварь. Пускай не очень удобно, реально очень неудобно. Не просто реально неудобно. Очень неудобно бить кого-либо. Rubble first. Да. Ну, чтобы она тут не бегала. Потому что я не, реально сейчас полезу искать, где этот гребаный порох. Пороха нет, у нас только этот. Все. Не работает. Окей. Хрена тебе пруд, если у тебя есть.
пиздец тут этот. Кто бы не разрабатывал эту боевую систему, он пиздец какой мудак. Что-то из разряда этих Half-Life-овских экспериментов, которые... Геройство убивает. Это, блин, собака, просто собака, ёкарный бабай. Вы сделали из нее какого-то, сука, монстра. Собака опасная, но, блин. Ну, волк, допустим. Переборщили с игровыми условностями. Да, вот тебе и порох, дайте порох. Порох есть. Порох есть. Если... Определись, чувак, ты хочешь попробовать или не хочешь попробовать. Может, это твой шанс. Да, пошлите, пойдемте. Бессмертная собака. Пошли вы нахуй со своими, блядь. Не, я понимаю, что это. Так, да. Да-да-да, давайте. А, прикинь, вы такое придумали. Еще подобрать нельзя? Ну, пипец.
Так, собака не сдохнет, к сожалению. Не, я понимаю, если бы она респавнилась, там типа говорите, что вот их много. Ну блин, пипец вот этот вот. Что и что? Так, сейчас перепроверим. У нас что-то тут было интересно. Тоже ничего интересного не было, не было, не было. Не помню, что было вообще. Ай, да. Если кто-то переделает с нормальной системой боя, это будет хорошо. Понимаешь, что она бессмертная там, типа. Вот, а Alien Isolation это вообще никак не помешало. Будь стрёмной игрой, а я играл. А только пару раз чужого встретил. А ты уже там. Блин, вот эти бродилки туда-сюда. Непонимание того, пропустил что-то или нет. Это бесит. Что здесь такое? Фьюил, хуюил. Окей, окей, херня, 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 херня. Ну здесь загадка, я вроде как решил ведь, правильно? Так, блин, этот ящик. Коллизию все упирается, потом, блин, думай, как же оно тут должно работать по реальному. Так, ну вниз мне там сильно не хочется. Так. А, точно. Так вот,
мясо, может быть. Отравленное мясо точно было. А, нет, не сработает. Не сработает. Или сработает. Нам. Они ж ничего не дадут вынести. Здесь этот гребаный порох был, нет? Я не понимаю. Ой, я пропустил. А, бочонок, бочонок, бочонок. Ганпаудер, ну и корм ВВ, где ты ганпаудер найти-то? Это издевательство, я не понимаю. Здесь нет. Здесь у нас ТНТ лежит. Thank you.
на грани фантастики. Не было ничего. Ладно. Маленький этот самый читинг. И посмотрим сейчас. Хочется реально ругаться. Вы что, блядь, серьезно? Теперь мне каждую бочку нужно разбивать. Бля, убейте меня. Бывает, когда авторы хотят напугать, но в итоге получается смешно. Смотрит, смотрит. Теперь мастер, блин. Мастер, ломастер. Снимаем, блин. Вот смотрите, берешь, блядь, и эту бочку расхуяриваешь. Да, круто. Ну, и чё? Супер. Может, я другие могу расхерачивать? Что-то полезно, ни хрена полезного нет. Блин. Бесит. Игра явно не предполагала, что я могу такое сделать. Ладно. Еще бы прикольно, было бы прикольно, если бы инструменты ломались. Так, хорошо. Так, тут вроде все. Пойдем. Хва. На все эти указатели, оно должно подсказывать тебе о том, что вот
Она потом раз и не подсказывает. Я такой, блядь, что за хуйня? Кому не интересно, что там за шум? Если вы такие хищники, блин. Когда я глянусь назад, я не могу вообразить, что заставило меня идти глубже в мину, в шахту. Возможно, это было высокомерие того, что я был до сих пор живой, или что-то ridiculous, что-то несуразное, как Fate Adverse. Ну, короче, непонятно, что там. Что-то несуразное, короче. Теперь я знаю, что я лучше бы голодал или был... мол, туда, ну, типа, задавлен насмерть, чем начал череду событий, которые вывели меня сюда, когда я пишу вам. Я только надеюсь, что вы поймете мою историю, и you will have, и у вас будет то, что нужно, чтобы закончить. Чтобы наконец закончить этот рассказ, я совершенно очевидно не смог. Ну давай. Псина, блин, а? Блин. А нет, у меня, смотрите, есть этот. Супер. Понятно, что какие-то эксперименты, скорее всего, проводили с некрособаками. Ну, эти некрособаки имеют обыкновение умирать после того, как их раздавишь на куски. Нежели были раньше. И этот шум камнепада был как будто органичным, как будто камень кричал.
Это должна быть какая-то запасная система для электричества. Я думаю, что это часть его. Ну, пойдем посмотрим. Так, что-то у нас такое. О, хренаськи, шахта такая. О, батарейки. Штилберг, генератор тип 7G. Поздравляем, что вы купили этот продукт. Да-да-да. Короче, батарейки. Батарейки, что там? Электрик, бла-бла-бла. Так, быстрый запуск. Обеспечьте, что вокруг 7G никого нет. Присоедините и подтвердите вторичный пуск, не знаю, запустив соответствующий вентиль. Настройте систему охлаждения, чтобы не было переотепления. Так, выпустите лишний пар, пока давление не станет в пределах безопасности. Начните, короче, запустите поток, чтобы смотрите, чтобы протечек не было или минимально. Включите основной вентиль и подтвердите. Ну и смотрите, что есть первичное течение. Дальше. Pull main operation lever. Ну, короче, дерните основной операционный рычаг. Проверьте энергию, и ваш юнит должен быть полностью функциональным. Старый артефакт. Посмотрим. Кажется, что я покидаю мое тело на всего лишь момент. Но это не просто кручение вокруг. Это как будто я куда-то лечу. Что это за фигня? Так, окей. Вода, змеи. Змеи параллельные. Хрен какой-то. 1, 2. 1, 2, да. Наверное, пока крутить не стоит. Ух, охренеть. Какая хрень. Так, ладушки. Что-то у нас есть такое. Ах, квест, блин, с собаками. И потяните рычаг. Но рычаг это должен быть в самом конце. Так, стены этой дыры не такие монотонные, как остальная шахта. Но зачем рыть это руками? Действительно. Блин, не понимаю. Generator spare parts. Кто знает, пока что непонятно. Так, фьюзес, индустриальные сочленители или как называть? Хрен знает, не понимаю пока что. Блин, ну с этими бочками, конечно, то, что там нужно было разбить бочку, и она типа реально чем-то отличается от других. Охренеть, конечно. Мама дорогая, блин. Это такая жесткая ошибка левел дизайна, на мой взгляд. Что здесь у нас такое? Что за батарейками?
батарейки вроде окей. Что за фигня? Опять собаки. Ага. Типа нет функционала теперь в этой штуке. Экстренные процедуры. Так, при случае экстренной ситуации все работники шахты должны следовать стандартным экстренным процедурам, которые описаны в данном памфлете. Спасательные сервисы будут на пути и ни под какими условиями коллеги не должны пробовать помочь коллегам самостоятельно или контактировать с сервисами по спасению, экстренными сервисами, да. Этот документ предоставлен для использования исключительно в экстремально не случающимся случае, если вы, например, застряли в шахте без возможности сигнализировать или как-то сконтактировать со спасательной командой. В этом сценарии вы должны обеспечить стабильность окружающего environment нежно поглаживая и чувствуя скалу, короче, чтобы ничего не развалилось. И когда вы уверены, что нету риска камнепада, посмотрите, есть ли у вас какой-нибудь коммуникационный девайс на руках, и попробуйте послать сигнал помощи, используя этот кодовый документ. Если нету такого девайса, ну, короче, стучите. Спасательная команда услышит и попытается вас вытащить, значит. А точка Морзе, короче, понятно. Забавно. Блин, кто вытащил все это дело? О, брум. Зачем мне брум? Ну, мало ли там понадобится, да? В этих ящиках можно будет потом прятаться. Ахаха. Что такое? Или наверх запрыгнуть? Ну, вряд ли, конечно.
Прикиньте, все радио есть. Так. Эти дополнительные радиодетали не выглядят совсем дополнительными, как будто их положили здесь недавно. Забавно, я могу выбить дверь, но не могу. Так, короче, коммуникационный радио. Я помню, что я одно из таких делал в моем первом классе или по электронике. Я, по-моему, делал лучше гораздо. Но... Так, какое-то пиканье от спикеров. Наверное, кто-то там есть. Сейчас послушаем. Сейчас. Да. Блин, а если я плохо понимаю? Давайте. 5. 3. Ага. Угу. Тут я в конце. Что это может значить? Так, дайте-ка глянуть. Вот. Да. Так, 5, что там было? 5. 5 это 5. Если у нас 2. Так, М. Раз, два, три. Я понял, это код. Короче, первая цифра. Это первая цифра. Вторая цифра. Значит, 5. 2. 2, 3, 5, 7. 5, 7. Дальше. 1, 2, 3. 1, 2. 5, 7, 8. И... Еще раз, что ли? Да, 5. 7. 2 раза 8, 5, 7, 8, 8. Угу. Подожди, 3, 3, 3, 3, 7, 5, 7, 7, 8. Давайте увидимся. Угу. Угу. А, нет, блин, что я туплю? Третье было наоборот. 3, 2, 2. А 3, 2, 2 это 3. 5, 7, 3, 8. Да, все. Ну, если что, распинайте меня.
12 января 72 года. Ребята, я... У меня есть слово для... Что? Так. Короче, я сам спустился к вам, чтобы поговорить, но у меня есть более важные дела, чем просто сраться вокруг того, как вы делаете свою работу. Я знаю, что вокруг вас есть определенное количество товарищества. Там вы играете между собой пранки и шутки. Но когда это между вами, это хорошо, но не надо добавлять меня в ваш список. Бог знает. Вам нужно что-то, чтобы развлекаться здесь. Тем не менее, вы знаете, что Пенроуз имеет какие-то очень глубокие проблемы со своим ростом. И если кто-то подумал, что это будет хорошая идея, чтобы саботажить его генератор, а потом спрятать все свободные предохранители на высшей полке, должен явно проверить свою голову. Вы понимаете? С другой стороны, Джонс. Я хочу, чтобы этот инвентарь был убран уже вчера. И остальные это не веселье и игры, вы понимаете? Это на серьезной ноте. Еще одно радио пропало. И если and you'd better hope that... И лучше бы вы, клянусь Господом, лучше бы, если бы кто-то потерял, потому что красть — это некрасивое слово в моем лексиконе. Это третий раз за месяц, что значит, что coming clean is fast, что что любые прощения и возможности выйти чистым быстро испарятся, очень быстро, и не будет никаких больше переговоров, понятно? Что странно, вы все должны работать в парах, но и никто не должен получить радио без замечания другого. И если я найду, кто здесь ответственен, я найду, как они уходили с этим так долго. И я выкину его на снег, или их на снег, и оставлю их там. Они просто исчезнут в ночи, как все эти радио. Гарвард. Короче, передовой шахтовый этот мужик. Прикольно, значит, эти spare parts, они где-то там наверху висят, да? Добавно. Да, ну вижу, да. Это собака, да? Бешеная. Что ты мне тут рассказываешь? Я уже придумал, как его достать. Блин, почти придумал. Сейчас. Физика, говорите? Вот, пожалуйста, ваша физика. Хреновая, конечно, физика. Черт побери. Что-то еще, где-то еще, больше ничего нет. Супер. Так, хорошо. Так, кешки. Я слышал, там какая-то собака.
пока не понимаю, что там такое. Что там за шум такой? Как только я заведу генератор, эта собака будет ходить по этим коридорам. Ну, отлично. Прекрасная затея. Так, фуз радио, да? И чё? Да я понял. Он там один такой. Да я кто? И что мне делать с тобой? Какая хрень, блин. Спустимся-ка. Вот, оказывается, можно было спуститься. Отличное, отличное место. Я так понимаю, здесь какая-то хрень случилась. Да. Так. С морзянкой задание было интересно. Что там у нас? Starter motor being powered up. Это замечательно. Так, ну фузы, я вижу, что там есть эти фузы. У вас, кстати, это скорее всего эти товарищи, которые апскейлили. Все это дело немножко не так заапскейли. Видите, все такое овальное. Или оно расширяется при... Короче, да. Ну, скорее всего, вниз. Так, не работает. Окей, блин. И вон там и окей, ну хорошо. Блин, что делать тогда? Ненавижу бегать туда-сюда, пытаясь разобраться, что за хрень такая творится тут, понимаешь? Так, ну я пока вижу, что пока мы не откроем эту дверь,
ничего не случится. Я чувствую, опять придется. Осторожная собака. Ага, что-то у нас 5, 7, 3, 8. Ну да, понятно, что он не работает. Открыть-то надо. Так, ну я, допустим, нашел. Толпать нужно, что ли, или что опять? Немножко вымораживает. Стартер. Но больше ничего я тут не вижу-то. Говорит, какая-то коробка должна быть. Не понимаю. Не понимаю. Ядрит Мадрид. Пипец. А так я тут двери расшибаю, понимаете? Я тут это самое... Где она должна быть, это? Коробка, батарейки, всякая хуйня, блядь. Ой, блядь, пипец, ребятушки. Ребятушки. Тут, блядь, ходишь туда-сюда, непонятно что. Делать то. Престарелый геймдизайн, да? Прикинь. Пипец. Пипец, ребята. Что там дальше? Фузы. Непонятно, ни хрена. Зачем нам эти фузы? Господи, да. Так. Смотреть на фьюзбок, да? Вот она отвалилась наконец-то. Пипец, ребята, блин.
В Африке горы бегемоты. И зеленый попугай. Так, что там у нас? По... генераторному мануалу. Так, да-да-да, ничего тут нету. Secondary flow. Угу. Крутнем. Да, secondary flow. Окей. Notes. Так, дальше. Secondary flow. Cooling system to avoid. Cooling system to avoid. Где тут у нас cooling system? Наверное, вот это вот все-таки. Ага, дальше. Так, не то. Notes. Excess steam until the pressure is within safe limits. Ну, я так понимаю, что это вот теперь. Да. And then смотрим дальше. Grease flow. Угу. И затем Grease flow. Что тут у нас? Вот это вот. And finally this one. Так, notes. Так. And pull main operation lever. Замечательно. Пошли, дернем. Так, в начале второй рейс. Cooling system, блять, cooling system 2. Grease flow на excess steam. Вот. Два. Три. Все, понеслась. Пипец, висите. Ладно, один момент. Так вот он еще, блядь, Михалыч. Блин, почему нельзя было нарисовать все это дело? То есть у нас вначале кулинг это вот. Потом вот это вот. Спускаем пар. Потом запускаем поток. А потом уже основной вентиль. Пипец, блин, иконография, конечно, пиздецкая. Of the tunnel, but some things remain shrouded in darkness. My emergency message I hope has helped, but what you need now is through the wall hole to the right of the fence. Go now, there is no time to explain. Well,
In fact, time is one of the few things we have in abundance down here. What surprises are spoiled by such catty curiosity. Че там? Like something with a great many small holes. We shall be needing to perform some minor demolition work so that we might one day meet again. For this task, we shall require the use of a large, earth-eating metal monster, and that monster is thirsty for juice from the place where things are kept. Sure. By the way, you can call me Red. It's not my name, you understand, but I am sure you will agree it is a name rather similar to a cardigan. Fetching when worn correctly. Короче, ладно, на этом мы остановимся и увидимся потом. Вот. Спасибо за то, что были со мной до сих пор, несмотря на мои блуждания в этом дурацком лабиринте с этими интересными, специфическими, древними, так сказать, геймдизайнерскими условностями, которые превращают Penumbra в какой-то point-and-click квест. Вот. И на этом, наверное, пока все. Мы обязательно пройдем дальше. Там с помощью или без. Как вы видели, пришлось в некоторых местах воспользоваться помощью, потому что, блядь, как это? Ну, когда ты знаешь, то это легко понять. А когда ты не знаешь, схерали. То есть ящик обязательно нужно скинуть, чтобы он разбился. А до этого мы там бочку расхерачили, которая тоже не было таких вот повторяемых действий. И дверь мы расхерачили, тоже это как бы такой, ну, из разряда, ну, понапридумывали, короче. Ребята не знали, как выжить еще больше. Ну, надеюсь, что в следующих Пенумбрах и Дарк Амнезиях это будет как-то получше. Но до них еще надо дойти, конечно же. Ладушки, лайки, подписки, шары и прочая фигня. Присоединяйтесь обязательно к нашему Дискорд-серверу Кооператив Дружба и Homeworld 3. Точнее, не Homeworld 3, а Homeworld Russian Fleet. И... все описания и линки под видео, конечно же, будут. И, в общем-то, да, увидимся в этой или в другой игре. Всем пока. Спасибо, что смотрели еще раз. Да.